Итак, очередная работа. Volkswagen Tiguan Outspace 2018 года, 19 модельный. Установлена система Area View, круговой обзор, и ассистенты мертвой зоны, ассистент выезда с парковки. Ну, параллельно, конечно, установлен пакет полные зеркала. Со складыванием, чего здесь не было. Вот передняя камера. Зеркала с сайд-ассистом, с камерами. Задняя камера была заменена. Зеркала раскладываются при снятии с охраны. Наша машинка. Заводим. Вот наши все ассистенты. Смены полосы, выезда с парковки. Планочка у нас поменялась. Так это выглядит. Активирован также 3D режим. Мы можем все это менять. Много всего. Вот так выглядит 3D режим. В менюшках у нас, в настройках, в ассистентах водителя появился ассистент смены полосы движения. Вот мы снимаем галочку, ставим снова, тестируются у нас ассистенты, все работает. Также параллельно активировали распознавание дорожных знаков. В ассистенте контроля за разметкой было также активировано адаптивное движение по полосе. В парковке и маневрировании появился ассистент выезда с парковки. При включении задней передачи наши длинные хвосты, это и есть наши радары, которые сканируют движущиеся объекты. Ну, как бы вот так. Ну, параллельно также было установлено аварийное освещение дверей. Переключатель зеркал поменялся. Можем складывать их также принудительно. Либо раскладывать. Ну, как бы вот. Всем удачных апгрейдов. Спасибо за внимание.